всегда можно на что-то надо опираться. У нас есть проект «Русский манифест. Путь к социогуманизму». И какая цель? Вот, дорогой Светлане, с надеждой на сотрудничество в интересах народа. И здесь содержание. Буквально несколько абзацев. Закат либеральных надежд. Мы никому не проиграли. Принципы социогуманизма, качество жизни как цель прогресса. Государство, народовласть, диктатура социальной политики, экономика здравого смысла, контроль общества над властью, и социогуманизм и основа конституционного строя. Вот 9 пунктов. Вот предлагаю вот и побеседую. Какая цель? Распространить широкой аудитории ваше мышление, видение, да, видение, и попытаться нащупать совместные вектора движения. Понятно. Но дело в том, что вот эта брошюра, я ее в прошлый раз Светлане принес, она была издана 13 лет назад. Тогда вышел проект, который назывался «Русская доктрина». Руководителем был Виталий Аверьянов, который сейчас является заместителем у Проханова, заместитель председателя Изборского клуба. Вот. И он сейчас так не называется, как «Русский манифест». Он называется просто «Социогуманизм как альтернатива капитализму и социализму или коммунизму». То есть как вот третий путь, как тот новый уклад мирохозяйственный, который пытаются люди нащупать сейчас интеллектуалы, политики, экономисты. Потому что действительно, это уже тогда мы писали об этом, это было понятно, довольно банально звучит, но тем не менее, сейчас, по прошествии вот стольких лет, мы видим, что капитализм и социализм, они свой исторический ресурс выработали. И поэтому в 91 году, когда рухнул социализм, рухнул СССР сначала, ну, как первая страна этого мира социалистического, прошло совсем немного времени по меркам историческим, сколько, 30 лет, да, и мы видим, как рушится капитализм. Собственно, ну, мы тогда понимали, ну, те, кто собирался, вот это такой не кружок, но эта группа была людей, она была все время плавающая такая, там люди приходили, уходили. Вот, и обсуждали, какое должно быть общество. И тогда вот основные вот эти вот тезисы, они как бы высвечивались в процессе обсуждения. Что должно быть здесь, что должно быть здесь, какая цель должна быть. Сейчас, значит, сейчас уже достаточно многие стали обращаться к теме образа будущего. Образ будущего – это фактически цель развития общества. Ну, в такой форме, понятные людям, которые хотят видеть картинки. Не просто там им там академически скажут, цель развития общества, формации, там, вот они должны заучивать, как в свое время научный коммунизм, значит, да, там, значит, от А до Я, там, не шаг влево-вправо, расстрел. Нет, они хотят видеть образы, то есть они хотят представлять. Они уже имеют опыт, они пожили при социализме, они пожили теперь при капитализме или то, что выдается за капитализм, да. Ну, по крайней мере, это такой кривой капитализм у нас там, и он и полукриминальный, полуфеодальный, не то, не сё. Это вообще сложно определить классическими терминами, что это такое. Вот. И многое зависит от личного опыта. Настолько неровные процессы в обществе, настолько несбалансированные и области человеческих отношений, там, и, значит, и между государственными институтами и обществом, что люди на основании своего личного опыта, они по-разному трактуют нынешнее состояние. Вот, скажем, я с опытом предпринимателя, который пострадал от государства, я считаю его там больше криминальным. Другой человек, которого там, значит, там лишили социальных каких-то, он социальных льгот, он считает больше капиталистическим, вот тем самым, которым пугали в Советском Союзе, когда сказали, вот у них там рабочие не имеют прав, значит, нет никаких у них, значит, социальных завоеваний, все бесплатное у них платное, то, что у нас бесплатно, медицина платная, образование платное. Кто-то другой со своим опытом, он там по-другому там как-то классифицирует. Но все сходятся в том, что это нездоровое общество, с ним надо что-то делать. И вот в последнее время достаточно много уже встречается попыток вот этот образ будущего нарисовать. Как бы обсудить, нарисовать. Но что интересно, я сам решил посмотреть, набирал вот в этих ютубах, в других соцсетях сочетание образ будущего, попадал на какие-то ролики, на выступления экспертов, и все заканчивалось печально. То есть заголовок «образ будущего», бла-бла-бла. Там, заходишь, там полчаса или час люди обсуждают, ничего не говорят. Образа нет. То есть, да, то есть какую-то одну фразу бросят, там, надо национализировать, там чего-то там, все.
Ребята, у вас есть цельная какая-то конструкция? Есть у вас какая-то, ну, как это принято назвать, идеология, комплекс идей каких-то, корпус идей, которые все-таки более-менее хотя бы описывают это будущее? Вот. И, ну, чтобы как-то уже предметно обсуждать, потому что даже предмета обсуждения нет, кроме самих слов. Помните, был КВН, и как-то тогда шутили импортозамещение. Как движется импортозамещение? Ну, пока только слово придумали, тогда было такое. Ну, вот пока придумали, значит, что надо обсуждать образ будущего. Опять же, на вопрос, а чем занималось государство 20 лет там, или 30? Во-первых, когда рушили в 91-м году, там рушили, рушился социализм и Советский Союз. Вы вообще, когда рушили, что у вас в голове было? А в голове у нас был капитализм. Мы решили, как нас научили, свернуть на, кавычки открываются, цивилизационную дорогу, значит, мира. Вот на цивилизационный путь. Все вот повторяли это, цивилизация. Мы вот свернули, мы не туда повернули. Социализм это не то. Да нет, ребята, социализм был абсолютно необходимый этап, считать его экспериментом или, скажем, специально какой-то там задуманной конструкции, значит, или не специально, которая выстроена там в соответствии там с событиями происходящими и ситуацией. Он нужен был. Человечество должно было попробовать это сделать. То есть капитализм, а что дальше? Ну вот сказали, да, есть учение, давайте строить социализм, коммунизм. Не получилось. Что дальше? Возвращаться обратно? Ну это вообще было глупо изначально. Дело в том, что, как мы понимаем, капитализм, он же, как любая формация, наверное, как и социализм, он имеет свои плюсы и минусы. Там есть вещи, которые стоит взять оттуда, а есть, которые не стоит брать. И вот идеология социогуманизма, которая, в конце концов, за эти там 25 примерно лет, она, ну, выкристаллизовалась, так скажем, она и идет в этом направлении. Мы говорим, что, ребят, надо взять из социализма и капитализма лучшее. И устроить такой, ну, провести синтез их, и может быть, добавить что-то, чего ни там нет. И мы видим некие попытки некоторых стран по этому пути идти, но без теории, они идут на ощупь. Вот Китай, скажем, он идет на ощупь, на наш взгляд, у них нет теории, но они просто смотрели за СССР, наблюдали, и они взяли из социализма действительно лучше, из капитализма тоже взяли то, что создало у них конкурентную экономику, повысило уровень жизни граждан и так далее. Попытки создать некий новый мирохозяйственный такой уклад, они были в середине прошлого века достаточно, ну, наверное, 40-е, 50-е, дальше больше года, наверное, 50-е, даже 60-е. Была такая тема, это конвергенция социализма и капитализма, то есть сближение позиций. Но на тот момент, на мой взгляд, все-таки это происходило как-то механистически, пытались там вот. То есть там был не синтез, а скорее так набор продуктов. Только отсюда это, отсюда это, отсюда это. Это должно было быть более сложной, наверное, конструкцией. А некоторые вещи просто не созрели. Просто тогда, в те годы, считалось, что вот социализм, путь к коммунизму, это и есть путь, и не надо ничего придумывать особенно. Это вот там конвергенцией занимались отдельные там ученые, большие ученые, да. Но, тем не менее, это не было мейнстримом таким, вот, на мой взгляд. А сейчас, когда приходится выбирать уже не социализм, не капитализм, это становится основным трендом. А что дальше? Вот вариант, который нам предлагают сейчас на Западе, это глобализация на другом уровне развития технологий. Это тотальный контроль. Это то, что вот реализует Китай примерно, только еще хуже, наверное, да? Там хотя бы у них какие-то есть границы, наверное. Это вот система социального рейтинга. То есть, когда можно уже контролировать все, почему мне сделать вот такое общество глобальное, где все контролируется? Мы говорим, нет, ребята, должна быть альтернатива. Вот социогуманизм – это альтернатива, в том числе и глобальному проекту такого пошиба. Ну, вот так. Но его суть? Ну, суть социогуманизма именно в том, что нужно учитывать природу человека. Что человек и в социализме, в коммунизме, и в капитализме воспринимался исключительно как существо материальное. Я грубо называю иногда, что мешок с костями. Вот так. Это звучит грубо, но это так, по факту. Потому что весь марксизм, он оперирует, у него главные там, значит, черты любой социально-экономической формации, они так и называются, это экономика. Фактически, как вот говорят, с водой выплеснули ребенка. У человека взяли и обрезали то, что ему свойственно от природы. Если человеку свойственно быть больше, чем просто работник, и у него должна быть свобода, свобода хозяйственная, должна быть. Ну хорошо, это частная собственность. Он должен быть творческим, креативным человеком.
Да. Он человек, это существо социальное человек. Он индивидуальное одновременно и социальное существо. Вот. Он одновременно и, значит, потребитель, и там, создатель материальных продуктов, то есть материальный. И в то же время там, идеи овладевают им, религии, значит, мучают. Поэтому социогуманизм даже по названию родилось как? Что социо – это общество, а гуман – человек. То есть если капитализм отдает предпочтение материальному и индивидуальному, а социализм больше общественному и идеям, идеологиям каким-то, да, то социогуманизм – это такая не середина, но это здравое какое-то такое вот… Да, это что-то такое между ними, но это не какая-то точка, потому что это было бы слишком просто. Это некое облако. Облако решений в разных областях человеческой жизни. Потому что, скажем, в области свобод нужно стоять ближе к капитализму, наверное, к классическому, не тому, который сейчас, а классическому капитализму, где свободы, там, право на там, собрание, на выражение своего мнения, значит, свободные суды, вот эти, независимые суды, вернее, да? Значит, свобода хозяйствования. Но если, допустим, брать социальную сферу, там ближе к социализму. Поэтому такое, если вот представить образ вот капитализм, социализм, это социогуманизм, это некое облако между ними, которое в зависимости от вопроса, который решается вот в этом обществе, решение где-то ближе к одному или другому, значит, полюсу. Вот как-то так. Поэтому название социогуманизма, оно в себе содержит вот эту двойственность, двойственную природу человека. Не надо сводить все к индивидуальному, и не надо сводить, допустим, только к общественному. Ведь в социализме действительно, если мы наблюдаем, то все жили ради будущего. То есть вот эта мобилизационная экономика, все говорили, ну да, надо стараться. Через 20 лет у нас будет коммунизм, через 10, там, через 40. Ну, живем ради детей. Там. И вот этот надрыв все время, но он в спокойном состоянии оказался в социализме таком относительно спокойным, не жизнеспособным. Вот. Тем не менее, социальную сущность человека, его так, принадлежность к группам и невозможность жить вне социальной группы, и он надо учитывать. Значит, это вот надо находить баланс. А можно вот вопрос? Вы знаете, вот в центре каждой политической системы лежит определенная идея. И у нас в стране, как вы видите, есть такая национальная, такая забава искать постоянно национальную идею, никогда ее не находить. Вот у вас в программе партии прописано во втором пункте государство народа как национальная идея. Можете пояснить, что это? Ну да, это вообще тема интересная, национальная идея. И такая очень неблагодарно, что ли. Здесь всякие кому не лень придумывают что-то, и с другой стороны, все всех критикуют. Я иногда попадал, я помню, как передача была, и там собрали экспертов, что только они не говорили по национальной идее. Боже мой, даже вот как неудобно было, что-то пытаются придумывать. Раньше была такая формула, наверное, это не идея все-таки, а формула, что ли, самодержавие, православие, народность, когда граф Уваров ее предложил. И все вот стали что-то искать такое краткое, что-то такое вот, тоже такая формула, но современная, чтобы очень кратко, все очень сжато. Но вопрос, а если сжато не получается? Означает ли это, что национальная идея должна быть там в 3-5 словах? А если это целый абзац, там надо проговорить, возможно. Поэтому первый пункт это, что, возможно, не надо искать какую-то очень короткую формулу, а если искать, то все равно нужно пояснение. Если вы скажете там какие-то там свобода и справедливость там, ну что, кто что под этим подразумевает? Поэтому мы, не претендуя на какую-то там, значит, истину в последней инстанции, у нас есть свое понимание, как она может выглядеть. Вот, скажем, я свою точку зрения личную сейчас излагаю. В моем представлении национальная идея России должна как монета иметь, как монета, две стороны. Одна для внутреннего употребления, другая для мира. То есть, если национальная идея какого-то государства, она противоречит, скажем, устремлениям других народов, то, наверное, она не совсем правильная, потому что она не учитывает вот это многообразие мира, как бы, да? А с другой стороны, национальная идея, естественно, в первую очередь заточена, должна быть под тот народ, который проживает в данном государстве. Потом вопрос, всем ли государствам нужна национальная идея? Вообще, вот в Венгрии, там, допустим, кто там рядом, Албании, там, Италии, Японии, Индонезии, Бангладеш. Нужны им национальные идеи или нет? Кому нужна национальная идея? Вообще нужна России национальная идея или нет? Вот, Светлана, нужна она вообще России или нет? Ну, это национальная игра. Дальше это началось, что это национальная игра в поиске
Так это и есть, да, забава у нас. Ну, как забава, да, я могу дальше продолжить. Вот я вас спросил, вот Венгрии нужна или Польша нужна национальная идея? Ну, вероятно, знаете, как нужна идея, куда движется страна и какая-то цель. Чтобы это образ будущего. Вот, образ. Нужен образ будущего, цель, которая будет объединять весь народ. А национальная идея, как таковая, сейчас она уже как бы и не нужна. Планетарная. Потому что планетарная, да, мы подходим к тому, что мы все потихоньку объединяемся, границы стираются. И у нас на территории России проживают очень много национальностей. Какую мы можем национальность выбрать? Какая может быть у нас в России национальная идея? Ну, на самом деле согласен частично, но дело в том, что она раньше называлась русской идеей. Это вот там Достоевский, никто не говорил национальной. Это потом где-то преломилось национально. Назвали русской идеей, понятно, что Российская империя тогда была. Значит, это понятно, почему так называлось. Но все-таки образ будущего – это образ будущего. Там цель – это цель. Можно рассматривать как образ будущего, как визуализация цели, к какому обществу идти, да, допустим. Но там есть параметры свои, конечно, должны быть, по которым надо смотреть успешность продвижения. Но национальная идея почему-то русские, вот, ну, русские россияне, там, да, наши граждане озабочены. Я почему такой вопрос задаю, скажем, нужна ли Венгрии национальная идея или там Чехии, допустим. На мой взгляд, национальная идея – это поиск высших смыслов существования нации. Если государство маленькое, оно не имеет собственной идеи просто в силу отсутствия возможностей и ресурсов, первым из которых является человеческий ресурс. Они примыкают к какому-то центру силы. К Евросоюзу, или как США, или к России вот было, или к Китаю там тяготеет. То есть национальная идея – это вещь не обязательная для малых стран, только в силу того, что у них национальная идея просто, она им не нужна. Они ведомые, они не ведущие. А вот крупным государствам, которые определяют фактически, каким будет мир, для них это неплохо, потому что, как я уже сказал, это высший смысл, для чего существует этот народ. Венгрии не надо задавать. Я с большим уважением к венграм отношусь, к чехам, ко всем. Я просто как пример. То есть малым народам, им не надо об этом, может быть, думать, потому что ну, это как везде в жизни. То есть они не решают принципиально, по большому счету, каких-то глобальных задач. Они идут за тем, кто решает. То есть есть тот, кто прокладывает лыжню, тот есть, кто идет, значит, вот по этой лыжне. Поэтому вот этим государствам у них вопрос не возникает, они не мучаются. Какая национальная идея? Образ будущего, да, там и то, значит, там, вот он нам дан, и там, скажем, в Евросоюзе, мы идем туда. А Россия, она в силу своих масштабов, в силу своей истории, это действительно страна, определяющая развитие всей цивилизации. Русский мир, это, на мой взгляд, не пустые слова. Вот, это Россия действительно является собой цивилизацией. То есть не просто страной, а образованием, которое диктует миру свои смыслы существования, в том числе. Она должна иметь, на мой взгляд, значит, вот эту национальную идею. Ну вот, если брать, опять же, вернуться к тому, что две стороны одной медали, на мой взгляд, внешне она должна, вот судя по тому, что происходит, это подтверждает, она должна быть гарантом каким-то, она должна сохранить вот это многообразие мира, особенно сейчас, когда мы видим глобализацию. То есть это вот как в культуре. Вот живет, значит, в России там 150, там 160 народов, народностей, да? Можно всех уравнять, и все это исчезнет. Вот то, что веками накапливаются, вот эти все культурные вещи, это как Красная книга. Мы же заботимся о том, чтобы сохранились там растения, животные в Красной книге, которые отмечены, значит, да, внимание к ним, надо их сохранить. Также здесь внешний фактор России – это стабилизация мировых процессов, это как цивилизации, значит, ну, пропаганда, скажем, своих смыслов существования культурных, цивилизационных, и это сохранение многообразия мира. А внутри, для того, чтобы она вообще состоялась, как и была, существовала и дальше, как государственная цивилизация, ее надо воспроизводить. Кто воспроизводит цивилизацию? Народ. То есть люди воспроизводят цивилизацию, и тогда мы приходим к той самой проблеме, которая сейчас стала в полный рост особенно, демография. То есть русский человек воспроизводит русскую цивилизацию. Все. Тогда получается, что для того, чтобы решить вот эту задачу, нужно, чтобы все было хорошо с демографией. То есть самое ценное – это человек. И тогда нужно, чтобы росло население, значит, и оно воспроизводило свой культурно-цивилизационный код. Да, а можно тогда вопрос? Тогда из этого истекает, можно взять как идею, как цель, вот вы тоже прописываете в вашей программе, качество жизни.
как цель прогресса или как цель всеобъединяющая. Можно же такую идею поставить? И только что, вот от чего зависит это качество жизни, что вы имеете в виду? Как этого качества жизни достигнуть? И какие образы складываются под этим понятием? Потому что, в принципе, можно под качество жизни объединять людей. Я думаю, да, вполне. Ну, надо разъяснять, что это такое. Да, действительно, мы как говорим, значит, когда нас спрашивают, и когда мы, значит, спорим о чем-то, мы говорим, что раньше целью все-таки было экономическое могущество государства. Что в социализме, что при социализме, что при капитализме. Вспомните, у нас постоянно, ну, я помню, допустим, я в то время был уже взрослым человеком, там, СССР выплавляет в 4 раза больше чугуна, чем США. Ну хорошо, а счастья-то нет. Получается, что там ВВП сейчас считают по ВВП, да, валовой, значит, внутренний продукт, да. Опять же, ну хорошо, но это экономическая составляющая. Опять же, человек может быть счастлив, может быть нет. Он же, как мы говорим, существует еще и социально, и духовно-нравственно. То есть вопрос, что ставить целью, значит, развития, целью развития общества, целью вот этого нового общественно-экономического строя. Мы говорим, теперь это сам человек. То есть он из средства перешел в цель. Раньше это было средством достижения экономического могущества, соревнования двух экономик. Это главная повестка дня. Кто вперед что-то запустил, кто больше выплыл, кто больше там собрал урожай, там, и 5-10. Вот. А теперь мы говорим, нет, человек должен перестать быть средством, это и есть цель. А вот качество жизни, мы говорим, что да, как-то надо оценивать. Человек, он что? Он должен быть счастлив, мы говорим. Что такое счастье? Это все-таки такая очень неуловимая субстанция, философская категория, там нам начнут, значит, философы всякие, значит, давать определения. Но действительно, человек хочет быть счастлив. Он главная цель этого общества. Как это измерять? Мы говорим, только надо какие-то критерии. Наши критерии, мы говорим, мы там придумали, говорим, вот индекс достойного качества жизни. И он складывается из нескольких параметров. Экономическая составляющая, да. Но есть еще и социальная. Что такое социальная? Ну, допустим, мы говорим, что это можно тоже посчитать. Скажем, количество грабежей, значит, это неудовлетворенность общества материальным, распределением материальных благ. Там, убийство – это уровень насилия, там, да, самоубийство – это уровень отчаяния там, и, значит, неудовлетворенности жизни. А, скажем, в духовно-нравственной сфере мы смотрим и говорим, вот количество свадеб и количество разводов, там, как заботиться о стариках и детях. Есть у вас дома, там, значит, ну, где дети, значит, куда дети сдают, детские дома. Да, есть в России больше 100 тысяч на сегодняшний день детей из данных домах. Значит, это нездоровое общество. Есть страны, где их нет. Да? Как относятся там, к пенсионерам, старикам? Взяли у нас, повысили пенсию на 5 лет. Но это абсолютно недружественный, так сказать, антинародный шаг. Это противоречит всякому здравому смыслу, научным исследованиям, которые гласят, что есть некий физиологический порог, за который надо человека освободить от работы. То есть достойные, вот эти индексы достойного качества жизни, это и есть параметры, по которым нужно учитывать, насколько общество движется к цели, насколько действительно человек счастлив, и правда ли, что он, значит, вот является целью развития общества. И, кстати, не помню, год или два назад, не так давно, прошла информация в СМИ, что Объединенные Арабские Эмираты, кажется, они создали Министерство счастья. Вот народ похихикал, а между прочим, зря, совсем зря. Ведь можно иметь большие деньги и быть несчастливым. Ведь в чем, вот если у любого человека спросить, вот в первую очередь, что он скажет, хочу быть счастливым, куда он вкладывает все? И здоровье свое, чтобы достаток был, чтобы семья была, и дети там здоровые, и будущее было, и интересная жизнь была. Так ведь или нет? Поэтому там некоторые похихикивают, вот счастье, что у вас там? Ну давайте там опять чугуну вернемся. Ну вернитесь. Ну в смысле-то, ребят, мир давно далеко вперед ушел, нельзя хвататься за старое. Поэтому да, индекс качества жизни – это параметр, по которому мы оцениваем вот это вот движение, должны оценивать движение общества в сторону человека, развития человека. Звучит очень хорошо, но вот скажите мне, чтобы это качество жизни не стало лозунгом, а стало именно политической системой управления. Какие, вот, допустим, вы придете к власти, у вас, наверное, уже прописано, какие первые шаги вы сделаете в этом направлении? Потому что сейчас люди уже устали слушать, люди хотят видеть. Ну, вопрос логичный абсолютно. То, что люди устали,
Абсолютно согласен, потому что людей много кто обманывал, многие люди обманывали, они видели очень многих политиков, они на своей шкуре испытали вот этот вот переход в новый дивный мир за последние 30 лет, многие потеряли очень многое там, да. И, конечно, уже мало кто кому верит, но не имея возможности реализовать свою программу, мы тоже можем только говорить об этом. Я честно говорю, да, это теория, у нас же власти нет. Дело в том, что любая партия легально, по закону, она борется за власть. Такова конструкция политической системы, что у нее у любой партии фактически в уставе написано, что цель приход к власти – реализация своей программы. Поэтому да, наши все вот эти построения теоретически, они существуют в виде там идеологии, программы, образа будущего, потому что мы ничего не реализовали. Вопрос, верить людям нам или нет, это они сами должны решить, потому что они должны, наверное, сравнивать, они должны там включать какую-то чуйку, я говорю, да, верю, не верю вот этим людям, этим идеям, может, очередной раз обман, может быть. Но мы считаем, что все-таки мы предлагаем достаточно цельную такую конструкцию, да. И когда нас спрашивают, а как практически, мы говорим, ну да, для этого нужно много чего изменить. Первое, что нужно сделать, это ключевая идея, так скажем, вот этого движения в этом направлении, это построение реального народа власти. То есть для того, чтобы проводить любые программы, должна быть реально власть у народа. Когда нам говорят, так вот же социализм, мы говорим, нет, ребята, при социализме власть народу не принадлежала. Ну, во-первых, по вашей же теории марксизма-ленинизма, значит, у нас что? Диктатура пролетариата. Пролетариат – это один класс. А где же интеллигенция? Ну, хорошо, пристегнули потом на половинку там, в союзе с крестьянством. Интеллигенция была такой, там, пятым колесом телеги. То есть все слои общества должны иметь отношение к власти, иметь право выдвигаться, попадать во власть и так далее. Когда я говорю народовластие, то мы различаем понятие народовласти и демократия. Вот по демократии уже шутят, что демократия – это власть демократов. Да? Такая злая шутка. Ну, наверное. То есть, что такое демократия? Демократия, там приписывают какие-то исторические корни, Древняя Греция, Рим там, и прочее, 50-е. Но мы будем о нынешнем времени говорить, допустим это. Демократия – это выборность, которую мы считаем, да, наверное, она должна быть. Но демократия – это, опять же, такая механистическая конструкция. Демократия, социал-демократия. Там выбирают людей по математическому принципу. Вот за кого больше голосов отдали, тот и избран. А мы говорим, нет, ребята, народовласти мы отличаем от демократии. Народовласти, мы говорим, это демократия, помноженная на нравственность. Я возвращаюсь к тому, что мы возвращаем вот эту вот дополнительную координату, что человек не только материальное существо, духовно-нравственное в первую очередь. И она должна прийти во власть. Как? То есть вы выбираете не просто большинство, вы выбираете лучших. Как это сделать? Как народ может выбрать из своей среды лучших? Только при одном условии. Если вы этого человека знаете. Что такое выборы? Выборы – это вы даете доверенность кому-то решать за вас ваши жизненные вопросы. Люди это до конца не понимают, мне кажется. Они думают, что-то галочку поставить в бумажке. Не, ребята. Вот вы когда дома сидите и выдаете доверенность на распоряжение своим имуществом, вы скажете, ой, как, не можем. А тут вам дается право дать доверенность достойным людям, а почему-то вот я не пошел, я не участвую. Но даже те, кто участвует, чисто математический принцип. Почему так получается? Потому что выборы устроены так, что вы выбираете того, чей образ вам лучше нарисуют средства массовой информации. Пришел человек, конченый негодяй. Но у него хороший политтехнолог, он вложил много денег, он провел какие-то акции там специально, раздал там гречку бабушкам. Значит, про него написали, сказали, его подтолкнули, помогли. И вот уже пришел человек, и мы смотрим теперь, Госдума, мам дорогая, да там нет никого, кто за народ. 90% не хотят пенсионную реформу, они ее принимают. Как так? То есть народовластие, как я уже сказал, это демократия, помноженная на нравственность. И у нас мы предлагаем пятиступенчатую систему выборов, когда во власть попадают лучшие. То есть не выбор количеством, а выбор лучших с использованием, да, голосования. Поэтому первый пункт реализации всей вот этой вот программы – это реальное народовластие. А кто перед кем будет отвечать? Как эта система будет выстраиваться? Вот если мы затронули выборную систему. Вот есть законодательная, исполнительная, судебная власть, президент, парламентская система. Как оно? Можете описать? Могу, конечно. Систему? Да. Ну, я описываю. Где народ? Да, вот как народ своего понимания. Ну, давайте тогда немножко больше про вот это народовластие скажу. Вот смотрите, сейчас что происходит? Нам показывают по телевизору человека и говорят, вот он идет в Думу, он идет в ЗАГС собрание. Я его никогда не видел.
Слышал о нем, может быть, немножко или не слышал. Я должен выбрать, я не могу сделать выбор. А теперь представьте, что на нижнем уровне вы живете все лето, где-то 300 там, человек, 500 или, там, домов. Вы все знаете. Вы же не выберете пьяницу, вора, бандита. Вы выберете какой-нибудь человек, которому вы доверяете. Это доверительные выборы. То есть вы выберете, может быть, агронома, или там учительницу, или фельдшера. Человека образованного, наверное, который в вашем представлении, вы его знаете. Он там не подлый. Он готов там за народ что-то делать. Он там трудяга. То есть вы выбираете на первом уровне. На втором уровне, на уровне района, вы выбираете из тех, кого вы выбрали, на местном муниципальном уровне, они уже выбирают в район, там, скажем, из 15 человек, которые с 15 муниципалитетов, они выбирают одного, делегируют в район. Дальше из районного уровня они делегируют в городской, в областной ЗАГС собрание и в Госдуму. При этом они должны наждать поработать там полгода-год, чтобы узнать друг друга. То есть принцип знать человека, которого выбираешь, на наш взгляд, является одним из важнейших. Это раз. Второе. Вы должны иметь возможность отозвать человека, если он попал туда случайно или по недосмотру. Ну вот, обаял всех, пролез. Значит, должна быть простая процедура отзыва. Но для того, чтобы его отозвать, вы должны видеть, чем он занят. Поэтому второй принцип – это прозрачность. То есть, на наш взгляд, особенно сейчас век коммуникации, то есть первый принцип – это доверие, знание человека. Вы его знать должны. Второе – это прозрачность. То есть вот депутаты голосуют по разным вопросам. Сейчас при нынешнем уровне коммуникации – компьютерные, вот этих всех, значит, развития областей компьютерных, это можно сделать, и все голосования его должны быть где-то видны. Там, это можно сделать на любых сайтах, значит, государственных, видно, по каким вопросам, как человек голосовал. И если он не устраивает людей, то просто идет отзыв его достаточно быстро, там, 2-3 недели, он должен быть отозван, вместо него делегирован новый человек. Это второй. То есть второй принцип это прозрачность, и третий это возможность легкого, простого отзыва и замены депутата. Тогда мы действительно выстраиваем пирамиду народовластия, где лучшие попадают во власть и действуют в интересах народа. Тогда это реальная народовластия. Вот так. Вот схема. Получается, ну, тройной механизм контроля это нечто другое. Тройной механизм контроля, да, это контроль за судебной, законодательной и исполнительной властью. При этом. Контроль за законодательной властью, я только что рассказал, это контроль на уровне выборов депутатов, то есть представление. Да? Судебная власть, конечно, должна избираться, у нас по Конституции это так, не помню, по-моему, 10-я статья Конституции, да? Значит, должны судьи избираться, но у нас эта ветвь, она подчинена полностью исполнительной, то есть она, судьи назначаются президентом. Поэтому это не работающий вид. Они должны также назначаться и также могут отзываться. И третье – это контроль исполнительной власти. Исполнительная власть, она должна отчитываться каждый год за действия. Если нет достигнутых параметров, она должна автоматически, фактически уходить. А у нас, вот заметим, сколько прошло, даже при нынешней власти, при нынешнем президенте, 20 лет у власти, кто-нибудь когда-нибудь отчет делал? Там, и отвечал за то, что не достигнуты параметры. Они рисуют какие-то планы. У нас сейчас должно быть там, $2700 на человека, там, 100 квадратных метров там, на семью, по-моему. У нас много чего должно быть, пенсии там. А где это все? Никто не отчитывается, то есть власть абсолютно безответственна. Поэтому без контроля это невозможно. Невозможно реализовать народовластие. Более того, мы считаем, что народовластие – это когда власть избирается народом, контролируется народом и действует в интересах народа. Вот еще тоже такой смысл логический тройного контроля. Да? И вероятно, когда она периодически ограничена, что человек не сидит 10-20 лет у власти, а сидит определенное количество лет, там, от 3 до 7 лет, и, естественно, меняется. Ну, наверное, это логически, хотя мой взгляд на вещи такой. Если человек пашет, и действительно он настолько грамотный, такие случаи бывают и были в истории, ну пусть работает, но понимая, так, как говорится, видя историческую картину, как это в России было, конечно, наверное, высшую власть надо ограничивать, чтобы они не окапывались там так, что потом невозможно оттуда их вытащить никакими вещами. Наверное, это разумно, да. Но опять же, вот ограничения по возрасту сейчас ввели, без ограничения по возрасту могут чиновники занимать места, но это, конечно, на мой взгляд, это безобразие. Ну, то есть это узурпация, конечно, власти, и такого быть не должно. Вот. Ну, есть еще момент, вы спросили, я не доответил до конца, по поводу трех ветвей власти. Значит, это было еще очень давно, когда предложили вот это разделение на три ветви. Это было, по-моему, в 17 веке
англичане Лок, по-моему, он предложил впервые разделение ветвей на судебную, исполнительную и, значит, представительную власть, законодательную. Но надо понимать момент истории, когда это все происходило. До того момента, возможно, это было нужно каким-то силам, потому что тогда это начиналась эпоха создания национальных государств, парламентских, и тогда надо было бороться с монархиями. Сейчас мы не считаем критерии трех разделений ветвей таким сакральным, который необходимо выполнять. Мы считаем, что однозначно законодательная власть должна избираться народом, это 100%, судебная тоже. Исполнительная же власть, она должна формироваться как сверху, так и снизу. Скажем, она должна контролироваться законодательным органом, а не избираться. В этом смысле, скажем, я лично согласен, что снизу исполнительная власть формируется советами, вот этих депутатов, там, муниципальный уровень, там, районный, городской, но, скажем, на уровне губернаторов, это мое личное мнение, да, у нас разные есть мнения на этот счет, что, конечно, руководитель государства должен назначать губернаторов, потому что, скажем, премьер-министр и министерство, они управляют страной по отраслевому признаку, а по территориальному никого нет. Поэтому, кстати, создание нынешнего госсовета при всей критике, которая там льется со всех сторон, на мой взгляд, это абсолютно правильный шаг. То есть формы там и методы управления – это другой вопрос. Но госсовет – это территориальное управление территориями. Потому что министерство территориями не управляет. А что касается главы исполнительной власти, то в нашей версии главой исполнительной власти является председатель этого высшего совета. То есть по-нашему, это если Дума, которая создает президиум, или как бы раньше был Верховный Совет СССР, которая выбирает главу государства. Вот он и является главой исполнительной власти, кому подчиняется и премьер-министр. И оборонные, и вот этот губернаторский корпус. Ну, исполняют те же самые законы. Да, но у нас президента выбирают напрямую, что, на мой взгляд, тоже мы видим, насколько сильны манипуляции, и это вообще, конечно, драматическая история. То есть, на наш взгляд, вот это вот разделение на три части, это тоже не совсем верно. Для России, некоторые говорят, нужна монархия. Ну, кто-то сторонник монархии, кто-то нет. Исторически сложилось, что огромная территория, очень сложное управление, очень много народов. Поэтому для России вот такое совершенно четкое разделение, значит, и тщательное соблюдение трех разных ветвей власти, как бы самостоятельных, на мой взгляд, не самый оптимальный вариант. Именно поэтому мы говорим, что глава законодательного вот этого собрания, он и является главой государства. Иначе получается, что исполнительная власть и законодательная, они как бы в параллели начинают конкурировать. И мы это видели, кстати. 93-й год, расстрел парламента, было две власти. Если это не так, и глава президента, как у нас сейчас глава исполнительной власти, то получается, что народ не хозяин своей страны, потому что получается, что он стоит выше, чем избираемый народом вот эта Дума или Верховный Совет, или Высший Совет, как он будет назван. Понимаете? То есть вот это проблема. Поэтому вот с такими особенностями, оговорками. Если о главном. Вот глобализация сегодняшняя показала нам, что появилась открытая идея золотого миллиарда, сокращение населения и приоритетов, наверное, да, одних народов над другими. Как вы к этому относитесь? И считаете ли вы, что Земля перенаселена? Ну, на уровне здравого смысла даже. Никто не считал, сколько на Земле может проживать, там, если с конца начать. Сейчас там 7 с чем-то, 7,5 миллиардов. До конца, кстати, 2100 года, ну до конца века, 21-го, по расчетам, значит, ученых будет на Земле, если ничего не будет меняться, с учетом тенденции, которая происходит, около 11 миллиардов человек. Какие-то ученые делают расчеты, что там и 20 миллиардов, и 30 Земля может прокормить. Ну, наверное. Все зависит от того, как кормить, в общем-то, и где пахать. Потому что есть же технологии, значит, рекультивация земель, значит, или просто введение в оборот земель, которые находятся вне, как бы, вне нынешнего использования для создания продуктов питания. Сейчас появляются искусственные, уже и мясо появилось, и другие продукты, просто искусственные. Да? Уже без выращивания скота и забоя скота, и даже уже продают его. Дорого, правда, но продают. Поэтому вопрос перенаселения – вопрос дискуссионный. Я лично не считаю, что перенаселение есть. Надо более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, потому что выбрасываются миллионы тонн еды каждый день.
кто-то не доедает, а кто-то лопается от этого. Тут же вопрос не в еде, не в количестве. Да, я понимаю. Ну, ресурсы там, и вода потребляется, да, вода, воздух, дерево, там, значит, земля, вот все, природные богатства. Поэтому да, вопрос такой стоит. Но, на мой взгляд, вот эта идея золотого миллиарда, это попытка зафиксировать управляющие верхушки, основной, как бы, мировой, да, статус-кво. То есть они добились успеха, им важно это зафиксировать. Свое место забил, он все, он хочет, чтобы так оставалось веками, тысячелетиями. И поэтому они говорят так, но эти же людей, их надо кормить. Они создают все время нам какие-то точки бифуркации, проблемы. Там восстание, там война. Мы не можем управлять такие массы. Слишком сложный мир стал, давайте проще. Есть господа, есть работники. Их это устраивает. На мой взгляд, это такая очень, ну, неприемлемая такая модель. И она такая очень вульгаризированная. То есть не надо было проходить цивилизации человеческий такой путь, чтобы вернуться вот к этой банальному. Мы хозяева, вы там, значит, слуги, на, пусть и на высоком каком-то уровне другом технологического развития. Это какая-то вульгаризация. Для меня это примерно как вот Марс, который вульгаризировал социальную жизнь, сведя это до материалистичных отношений, труд, капитал, да, значит, отношения между работником и наемным и капиталистом, так и здесь. То есть это какая-то примитивизация. На мой взгляд, все должно быть и может быть сложнее, и как раз социогуманизм говорит, что надо сохранить многообразие мира во всем. Как мы сохраняем природу и сохраняем животный мир или фауну. Вовсе не обязательно ставить только волков и лосей, чтобы они там, значит, грызли друг друга и питались. В конце Второй мировой войны был суд и, собственно, некое распределение по миру ресурсов, значимости государств, их статусов. И, соответственно, фашизм был осужден. Те люди, которые ведут сейчас мир к глобализму, ну, в моем понимании, это равно фашизму, они, наверное, тоже в какой-то степени будут осуждены или, по крайней мере, отодвинуты от власти, если такое вдруг состоится. То что с этими людьми делать, как вы считаете? Что с этими людьми делать? Они же свою идею не оставят. У них есть потомки, у них есть последователи. Такой что с ними делать? Провокационный вопрос. Что сделать с негодяями? Там, да, ну, есть люди, которые заслужили свое место под солнцем, есть талантливые просто люди. Мы же не осуждаем, скажем, создателей крупнейших компаний, которые заработали состояние свои, скажем, за счет своего таланта, правильного применения сил, изобретения, вот эти новшества, которые в жизни есть. Вот. А есть те, кто, ну, закрепил свое положение, скажем, или получил его какими-то методами аморальными или там незаконными. То есть это тоже неоднородная среда. Там, как бы, да? На мой взгляд, проблема неравенства, она действительно есть. И вот это, надо бы фокус на этом сосредоточить. То есть если человек имеет большие состояния, должна быть определенная политика, в первую очередь налоговая, да, для того, чтобы за счет богатых, супербогатых, которым это богатство, в общем, они даже освоить не могут. Все-таки помочь бедным или там людям, которые не имеют таких талантов. Да? Здесь, конечно, надо признать, что все люди не равны, и никогда не было равенства никакого. И этот лозунг «свобода, равенство, братство», равенство может быть в возможностях, но все люди действительно разные. И поэтому, с одной стороны, осуждать человека нельзя за его таланты, если он заработал, с другой стороны, как бы обижать его нельзя. Но опять же, люди становятся богатыми в соответствии с законами, даже если закон, который есть. Допустим, есть закон о интеллектуальной собственности. Человек там зафиксировал патент, заработал миллиарды. Ну, не знаю, может быть, это правильно. Но такой закон. Если бы не было закона о патентовании, он бы их не заработал. Значит, надо вот это вот, опять, регулирование этой среды, оно должно быть всегда. Значит, просто на нынешнем этапе чего-то нужно дополнительно отрегулировать. Но опять же, здесь нельзя, мне кажется, без обратной связи существовать. То есть богатство, вот у человека есть там миллиард долларов, он бьется за второй, за третий, за пятый. Зачем? Как помните, в Уолл-стрит там один герой говорит, когда же вы нажретесь? У него 200 миллионов долларов. Когда же вы нажретесь? Сколько тебе? Нельзя ездить одновременно на трех машинах. Нельзя есть в три горла, потому что оно только одно. Да. Так вот, в нашей теории социогуманизма должна быть обратная связь, которая сдерживает вот это вот потребление. То есть обратная связь, отрицательная обратная связь, которая не просто наращивает потребности, но еще и ограничивает эти потребности. И при этом ситуации ресурсов на Земле хватит очень многим. Очень многим. Потому что действительно некоторые живут
с огромными возможностями. У них дома там тысячи метров, у некоторых даже 17 тысяч метров дома, и даже строят там себе и бункеры там, или что-то там, и площадки вертолетные. А другим на еду не хватает. Вот перераспределение должно быть. Поэтому ресурсов на Земле очень много. Земля это очень богата. Тем более многие из них, они восстанавливаются, там лес вырастает, там вода там тоже очищается. Это технологии разрабатывать солнечной энергии, ветровая энергия, приливная. Много чего происходит здесь. Поэтому, на мой взгляд, это чисто такая задача зафиксировать свое господствующее положение, обеспечив жизнь себе и будущим своим поколениям вот, в состоянии хозяев. Они боятся конкуренции. Они не хотят волнений. Они хотят, чтобы законно, как бы, по новым законам вот этой глобализации, они имели все права и распоряжались как бы своей жизнью, а другие как бы в подчинении. Ну, кстати, на эту тему много фантастических фильмов, которые они лет за 20 последних, да, когда там, не помню, как они называются, там вот недавно по телевизору шел, там вблизи Земли, значит, какая-то станция огромная, там живут сливки, а на Земле, значит, там эти металлургические заводы и прочее, там люди там куют, варят. Там. И что с ними делать? Что с этой станцией делать? Ну, на наш взгляд, мы уже ответили на этот вопрос, что современные теории вот эти социального устройства, да, общественного социального устройства, они игнорировали факт духовно-нравственный. Развитие нравственности в человеке, оно приводит к тому, что многие вопросы решаются, ну, на уровне самосознания, скажем, даже не в применении законов, а люди просто себя ограничивают. Такие случаи тоже, кстати, известны. Ну вот, скажем, в прессе попадают, что какой-нибудь там миллиардер там, из Норвегии, там, Швеции, из Германии. Они богатые люди, но они живут просто в обычных домах. Или вот Меркель сейчас уходила с должности, показали ее дом, она там всю жизнь жила, 20 чем-то лет она была у власти. Она сама ходит в магазин, у нее нет уборщицы дома, там, домработницы. То есть люди себя ограничивают. Мне кажется, вот это и есть путь. Достаточности. То есть счастливым можно быть, не обладая миллиардами, миллионами, а имея достаточный уровень жизни, чтобы она была достойна. Надо развиваться в сторону вот этой вот нравственности, в сторону там, господства морали. Будем да? воспитывать, да? Да. Кстати, СССР делал это успешно. Он, конечно, создавал исторические мифы, поэтому было расхождение между, там, условно, там, донские, кубанские казаки какие-нибудь, или там какие-то фильмы, где все там, значит, цветет и пахнет, а с другой стороны, там людей сажают, расстреливают там, и прочее. Это, конечно, миф, с одной стороны. Но с другой стороны, да, воспитание было. И, кстати, Министерство образования было там, да, то есть называлось, и функция воспитания была везде, и в школах, и в вузах, и на предприятиях. А еще, знаете, такой вопрос. Вот сама власть, это, ну, мужская такая игра, да, идти во власть, бороться за власть. Ну, все-таки мужчин там больше, и, собственно, мужчины к этому склонны, да, это я царь горы. И, ну, это война, ну, так или иначе, да. Между кем и кем? Вот, между теми, кто тоже идет во власть. Вы это воспринимаете как войну? Что вот вы идете, идя во власть, вы идете на войну. Вы так воспринимаете? Или вы думаете, это будет такой мирный и дружественный процесс? Кто кого победил честно? Или все-таки это война будет? Вот какой у вас настрой? Ну, борьба за власть – это непременный атрибут любой политической жизни в любом государстве. Есть такая фраза расхожая, что политика – грязное дело. Но политику делают люди. Вот больше грязных людей – грязнее политика, больше чистых, честных – значит, политика чище. В этом смысле много зависит от того, кто идет и какая конкретная ситуация в стране. Вот в России она, на мой взгляд, ненормальная. Здесь просто людей не допускают даже к выдвижению во власть. Их очень много достойных. И я уверен, абсолютно убежден, что существуют тысячи человек в России, которые гораздо лучше будут управлять государством, нежели нынешний глава. Там, да? И тысячи или десятки тысяч даже людей, которые с большей эффективностью будут управлять там, министерствами, там, территориями, губернаторами. Будут. Их просто не допускают. И в этом смысле уровень ожесточения, который складывается в борьбе за власть, он и определяет, вот, в ваших терминах, война это или не война. Если происходит все спокойно, то это скорее там, можно охарактеризовать термином борьба за власть. Соревнования. Соревнования. Соревнования, борьба. Война это все-таки использование таких, как это, неконвенционных
средств борьбы. Да, на соревнованиях не стреляют, а в борьбе и в войне стреляют. Понимаете, вот, собственно, только в этом разница. Ну, борьба это все-таки, да, это хотелось бы, чтобы в России была борьба, как борьба там, в спорте, допустим, да, или соревнования каких-то, значит, музыкантов, коллективов там где-то, да. Но, к сожалению, в России, здесь вы совершенно правы, вот эта борьба переросла уже в войну. Потому что людей хватает на улицах, они митингуют, у них нет выхода. Им там закрыли возможности, там, а у людей это их природное свойство. Творчество, созидание, они чувствуют все силы, они хотят работать. Когда говорят, да, придут другие, а также наворуют, ничего подобного. Это, можно сказать, ты по себе судишь. Почему ты судишь? Ну, может, ты такой. Есть люди, которые не хотят воровать и не будут воровать, и которые гораздо лучше справятся с этими обязанностями. Но им закрывают эти возможности, и их делают вот этими нарушителями этих законов, которые, опять же, законы для себя, мы это знаем. Если в 31 статье Конституции говорит «свобода там, собрания и митингов», люди могут собираться без оружия спокойно, у нас эта статья не действует. Они понапридумывали нынешняя власть кучу закладок этих, что туда нельзя, сюда нельзя. То же самое с выборами. Фильтры какие-то придумывали. Нет ничего про фильтры в Конституции. Ну хорошо, если вам так нравится, чтобы не было там бомжей каких-то, скажем, да, или там психически неуравновешенных, ну введите там залог там, рублевый, там, не знаю, 1 000 000 рублей, 10 миллионов рублей. Потому что как только вы вводите подписи, тоже субъективный фактор, не пускайте, вы всех рубите. И люди начинают звереть, они выходят на улицы. Вы сами превращаете политическую борьбу в войну. Вы, те, кто находится у власти. Люди не виноваты. Они просто реализуют свое законное право жить, говорить, иметь мнение, иметь право на власть, потому что в Конституции это написано. Источник власти народ, свобода собраний и так далее, так далее, так далее. Они не нарушают ничего, я хочу это подчеркнуть, люди, которые выходят сейчас. Нравятся они нам или нет, это другой вопрос. Но те, кто выходит на улицу, они ничего, никаких законов не нарушают. Но их делают нарушителями. И тогда это все действительно приобретает такой ожесточенный характер, ну, не знаю, может не война, но очень, да, война. Да, очень такой война. Процесс нервный и с потерями для обоих сторон. Мы не знаем наверняка, сколько потерь. Да, и гибнут люди, и увечья получают, а власть теряет там легитимность свою, да, доверие. Это война, где каждый теряет. На мой взгляд, это просто неправильная картина мира. Капитализм под собой несет неправильную картину мира, где человек капает все под себя, потребительство, а вот если рассматривать социогуманизм, там основой лежат духовно-нравственные законы. Когда лежат духовно-нравственные законы, то человек уже просто не будет ни воевать, ни истреблять, а у него будет, наверное, просто вот борьба, какое-то духовное развитие, и тогда это совсем уже другая картина мира и другая песня. Давайте вот вернемся опять в Россию. Мне очень интересно, знаете, вот вы пришли к власти, сложили общую систему управления, и экономика находится в ужасном кризисе. То есть людям, мы уже дошли до того, что людям просто нечего есть, нечем кормить своих детей. Вот какие можно предпринять первые шаги по выводу этой гигантской страны из экономического кризиса, чтобы это было сделано быстрыми темпами, красиво, и люди это видели. Ну, здесь сейчас мне сложно сказать, что в первую, во вторую, в третью очередь, для того, чтобы предпринимать шаги, конечно, нужно обладать всей полнотой информации. Мы знаем только часть информации. Но по той, которую мы имеем, в основном, как такого укрупненного вида, можно назвать ряд вещей, которые могли бы привести к улучшению в близкой перспективе. Дело в том, что действительно вопросов-то очень много. Скажем, независимость Центрального банка, которую нужно подчинять просто правительству, хотя они там придумали много, значит, оговорок, что якобы он действует в интересах государства, это все-таки не так. Он может действовать и не в интересах государства, это происходит сплошь и рядом. Скажем, национализация, можно назвать так это, не только природных ресурсов, у нас они тоже, собственно, это записано в Конституции, они у нас тоже национализированы, но национализировать нужно добывающие предприятия, потому что они получают лицензию и вывозят эти ресурсы. А нам говорят, так у нас же все национализировано, природные ресурсы. И ими пользуется небольшая группа людей. Конечно, это несправедливо, и нужно проводить вот эту вот национализацию, значит, и добывающих компаний каким-то образом. Был такой момент, когда основные богатство, ну, значительная часть, была роздана в качестве
такого механизма, реализации механизма залоговых аукционов. Это надо возвращать. Но это все точечные вещи скорее. Но надо менять налоговую систему, надо разрабатывать новую экономическую политику, разобраться с индустриализацией, реиндустриализацией. Основным, одним из главных факторов восстановления экономики – это дать людям возможность работать, и это должен быть рассвет малого и среднего бизнеса. У нас в 20-е годы был НЭП, такой мы помним. У нас тогда, понятно, что это от разрухи, но тогда росло производство на 40% в год, на 40%. Вот сейчас Китай демонстрирует темпы там 6, 7, 8, 9% годовых, да, рост ВВП, если брать экономику. Россия могла бы расти на 10-15%, особенно сейчас, вот от этого достаточно низкого уровня развития экономики в год, просто высвободив энергию масс. Люди не верят в будущее, люди не хотят заниматься предпринимательством, у них отбирают собственность. Значит, вот эта вот энергия масс, без нее не сделать ничего. То есть дух должен быть поднят у нации. И второе, должна быть экономическая свобода. И очень много произойдет положительного в сфере экономики. Это первый момент. И второй момент, должна быть все-таки восстановлена, на наш взгляд, существенным образом плановая экономика, не совсем плановая, а плановая рыночная экономика, те положительные вещи, которые были, и должны быть программы реализации масштабных общефедеральных таких проектов, которые там страну поднимают. Но опять же, вот эта программа, это то, что должно разрабатываться специалистами. Никто не скажет вам, что должно быть точно, вот в какой последовательности. Условно, первым законом, который можно было бы издать, это закрытие Ельцин-центра. Я вот скажу так, вы скажете, ха-ха-ха. Нет, надо вот там, значит, завод построить. Потому что очень важно настроение людей, дух нации, дух народа. И в значительной степени сейчас проблемы, которые у нас в стране, то, что люди не видят несправедливости, не испытывают никаких свобод и не верят в будущее. Они не хотят ничего делать, они делают это плохо. Поэтому это сложный момент сказать. Я могу перечислить их. Какой первый, какой второй, сложно сказать. Но это уже вопрос больше к специалистам, которые реализуют программу, если будет получена власть. Сейчас можно там мечтать, говорить о каких-то опорных точках только, что можно сделать. Ну, а тогда скажите, вот у нас очень много производств и ресурсных мест, которые проданы иностранным компаниям, да, и как их национализировать? То есть, чтобы их не настроить и против нас, и добровольно они не хотят это ни продавать, ни возвращать. Вот какие условия создать национальным компаниям, чтобы у нас появилась возможность это все национализировать? Ну, здесь надо избирательно. Я уже сказал, что по-хорошему, вот эта вот приватизация, которая происходила, там было приватизировано больше 100 тысяч предприятий, где-то порядка 130, по-моему, тысяч или что-то около того. И она проводилась совершенно варварскими методами. Конечно, многие получили собственность тогда незаконно, со многими нарушениями. А есть собственность, которая создана новая. И в частности, те же, допустим, иностранцы, если пришли и уже в новое время создали предприятие, они, в принципе-то, работают, платят налоги, создают рабочие места. Ну, пусть работают. Вопрос относительно тех предприятий, которые получили незаконным путем. Но это есть вопрос пересмотра итогов приватизации. В Китае это сделали сейчас. Они вот закончили в прошлом году пересмотр итогов приватизации. Там 6 или 7 тысяч человек посадили, что-то вернули. Но у них никогда не было приватизации крупной собственности. То есть мелкие какие-то, да, но крупные никогда. У нас же, конечно, это все было сделано варварским и таким криминальным способом. Поэтому надо с каждым разбираться предприятием. Моя идея заключается в том, что достаточно было бы рассмотреть, скажем, 1000 самых крупных предприятий, которые были переданы в частные руки тогда вот, в приватизацию. Остальное можно, ну и те, где был криминал, там, где там уголовные дела и прочее. Потому что эти 1000 предприятий, они создадут налоговую базу там, в размере там, 95%, наверное, всех налоговых поступлений. Потому что можно там рассматривать какой-нибудь металлургический комбинат с точки зрения производства продукции, там, людей, которые там задействованы, и налогов. А можно там на другую чашу весов повесить 10 тысяч там, ресторанов. Там, это будут примерно одни и те же налоговые поступления. Достаточно пересмотреть самые крупные, потому что они в основном, самые жирные куски, они самым криминальным образом и переходили к частным владельцам, что это было неправильно.
И, на мой взгляд, срок давности должен отсутствовать по ним. И в залоговые аукционы. А вообще, произошло что, когда случился вот этот вот перелом 91 год? Мы считаем, что любая собственность должна быть священна, так скажем, неприкосновенна. Любую собственность может отобрать, либо забрать, либо суд, по решению суда можно забрать, либо собственник добровольно ее отдает. Что произошло в 90-х годах, после 92-93, когда вот это началась вся эта раздача этой собственности, приватизация? Было нарушено право собственности. У людей спрашивали, то есть общенародная собственность, то есть принадлежит всему народу. Был референдум, может быть, может, у людей спрашивали. Ребят, вы хотите отдать там, значит, какой-нибудь Сибнефть там, или там Югаснефтегаз, или как они называют, Череповецкий какой-нибудь металлургический комбинат. Вы хотите отдать, тем более за 3 копейки? Кто-то спрашивал у народа? Нет. Но тогда почему вы сейчас верещите, как, допустим, некоторые там, находящиеся за границей, у него отобрали, значит, частную собственность? Подожди, если ты считаешь, что частная собственность священна, почему вы общенародную собственность отдали без спроса хозяина? Референдума не было, суда не было. Верните, давайте разберемся. Ну, национализация, вы говорите, да? Да. Ну, а как еще? Ну, то есть любая собственность должна быть неприкосновенна. Только через суд, либо собственник отдает. А вот если все-таки иностранная компания, да, владеет, ну, чем-то, заводом, вот, как я понимаю, земля под этим заводом все равно должна остаться в государственной собственности. Нельзя это передавать целиком во владение. Ну, то есть тогда мы, получается, теряем, ну, или отдаем, да, кусок земли, она уже не принадлежит России. Я с вами совершенно согласен. Я лично придерживаюсь того мнения, что вся земля должна принадлежать государству, кроме, скажем, земель, которые отданы фермерам, в каком-то ограниченном объеме, скажем. То есть тот, кто ее обрабатывает. Плюс земля, которая, скажем, находится под участками, под домовладениями, это не такие большие участки. Наверное, это стоит в частную собственность отдать. Но у нас отдаются миллионы гектар пахотной земли, у нас отдаются земли под заводами и фабриками, как вы справедливо отметили. Поэтому передавать иностранцам точно нельзя. Но у нас законодательство не позволяет им передавать. Они им передают через посредников, через прокладки, то есть владеют через каких-то подставных лиц. Да, у нас по закону и сейчас иностранное лицо не может иметь в частной собственности землю. Но они это обходят. Но, на мой взгляд, даже крупные землевладелия, они должны быть ограничены. Ну вот я знаю компанию «Мираторг», известная там, да, я сталкивался просто с ней, у нее что-то около 1 000 000 гектар, по-моему, земли, если не ошибаюсь. Ну, то есть это совершенно невероятные какие-то, сопоставимые с отдельными государствами, не самыми маленькими, территории, которые частная компания получает за копейки, причем конечный собственник иностранная компания, но они так хитро делают, что они, значит, вот эти прокладки делают всякие. Вот. И более того, они еще и дотации получают там, безвозвратные. Конечно, это совершенно ненормальная практика. Но вот, допустим, чтобы накормить страну, у нас 140 миллионов примерно было пахотных земель, из них 40 миллионов земель, вот, которые производили сельхозпродукцию, они просто заросли лесом, там, выбыли из оборота. То есть земли-то много, ее брать никто не хочет, потому что это сложно. Но есть фермеры, которые там переезжают, строят дома, там, значит, у них там 200-300, там, ну пускай 500 гектар, ну дайте ему, пусть он знает, что это его земля, он ее возделывает. Это могут быть какие-то условия. На Западе существуют разные формы, допустим, leasehold, так называемый в Англии, вы можете купить квартиру там, или дом, который, это называется не аренда совсем, не собственность, а leaseholding, да, там, на 250 лет. Можно ли это считать частной собственностью? Наверное, можно, потому что срок-то большой, поэтому они продают как частную собственность. Она и цену имеет, как будто частная собственность. Ну, такая форма выбрана. Но всегда можно сказать, нет, это не твоя собственность. Это вот. Я знаю, что вот в Голландии, чтобы ты не покупал, земля всегда принадлежит государству. Квартиру или дом. То ну, есть... на мой взгляд, это правильно. А вот, например... Дом? Да, даже дом, если стоит на земле, земля не здание. А вот скажите, пожалуйста, так вот, как я вижу, в капитализме первенство имеет личное владение, частная собственность. Не в, да, в капитализме, в коммунизме как бы коллективное. А вот в социогуманизме как идет распределение? Национальное, личное, частное? Вот в каких пропорциях? Или, допустим, вот государство владеет какой-то землей, и оно дает эту землю в аренду крестьянину. И крестьянин может ли потом выкупить эту землю?
как вот оно это видится? Ну, вы совершенно справедливо заметили, что крен при капитализме в частную собственность, при социализме в общегосударственную. Вообще, я иногда так с юмором там, и с иронией говорю о том, что социализм – это высшая стадия капитализма. Почему? Владимир Ильич что говорил? Что империализм – высшая стадия, значит, капитализма, потому что происходит концентрация капитала. Так вот, при социализме концентрация капитала, капитал остался, просто принадлежит государству. То есть при социализме концентрация капитала достигла своего критического крайнего значения. Все 100% капитала, частная собственность была запрещена, призвала государство. В этом смысле есть, конечно, это шутка с одной стороны, но с другой стороны, да, самая большая концентрация капитала при капитализме. Там один хозяин, один собственник. И поэтому, если, допустим, вы потеряли работу по причине там неблагонадежности, все, ваша дорога вниз, вас никто не возьмет, один работодатель. Поэтому капитализм имеет свое преимущество. Вы ушли оттуда, пришли туда, другому работодателю. Но все равно, конечно, это крайность. При социогуманизме мы говорим, что должна быть экономика здравого хозяйственного смысла, что должна быть общенародная собственность, должна быть кооперативная или там артельная, акционерная собственность, и должна быть частная собственность. То есть должно быть многообразие форм собственности, и это все должно регулироваться договорами, рынком и планом. То есть три метода регулирования. Договор, план и рынок. И вот три вида собственности. Пропорции – это вопрос уже такой. Здесь можно теоретизировать, но можно посмотреть, допустим, на тот же Китай. У Китая 60% собственности примерно находится в руках государства и 40% собственности частной. При этом, кстати, в доле ВВП ровно наоборот. То есть 40% частной собственности генерирует 60% ВВП примерно. Показывает тем самым эффективность, между прочим. Вот, скажем, для России мы считаем, с учетом, опять же, ее там природных запасов, ее размеров, протяженности, истории, как бы, мы считаем, что где-то 60%, наверное, тоже собственности. Это вот природные ресурсы, земля, ископаемые вот эти все, инфраструктурные вещи, там транспортные системы какие-то, газопроводы, значит, ЖКХ, да, это должно принадлежать государству. Может быть, вот оставшиеся там процентов 35, около 40, может быть, да, они должны поделены быть между кооперативной и частной. Ну, какое больше будет, это вопрос, опять же, законодательства и тех стратегий, которые будет реализовывать государство. Больше будет поощрять частников, будет больше частников, больше кооперативных. При наших объемах пространства, наверное, больше, чем 60% получится государство. Может быть. Ну, знаете, мне нравится идея золотого сечения. Ага. Есть такая фишка, знаете, как в природе, ага, вот это число Фибоначчи, да, значит, и как естественные законы мироздания. И поэтому мы говорим, ну да, если так рассуждать, то там 62% и там 63% это общественное, а вот 38% это на две остальных. А две остальных тоже можно поделить в пропорции 1, там 68, да, чтобы получилось тоже так неровное деление. Вот мне кажется, это, конечно, красиво все, может быть, это не так, но мне кажется, как идея, да, она вполне, от нее можно оттолкнуться и двигаться там в ту или другую сторону. Ну, например, на сегодняшний день у нас у среднестатистического россиянина в лучшем случае есть 6 соток. Ну, у кого-то нет, да, у кого-то побольше. 60 миллионов было дач в СССР. Можно полагать, что да, десятки миллионов точно. Да. Но при этом есть отдельные граждане, которые вот приватизировали, например, родное мне место. Да, вот прям я там недалеко живу, но теперь я на ближайшие там 10 квадратных километров, а то и больше, не могу попасть. Это частная собственность. Вот у меня лично, как у гражданина, бесконечное возмущение, почему кто-то может позволить себе забрать значительную часть природного ресурса, ну и вообще просто территории, которая, ну, до этого была общественной. Вопрос, будет ли, как вы считаете, нужно ли ограничение в частной собственности на землю? Да, конечно. Какое? Ну, я уже сказал, что, на мой взгляд, частную собственность можно разрешить только под домовладением, ограничив это, не знаю, там один там, гектар, может быть, да, и фермерам, то есть кто производит продукцию сельскохозяйственную. Может быть, вот под всякими предприятиями или вот те, кто получает там в пользование, там, ну, хорошо, в аренду, наверное,
У нас же много... Почему вообще возникла история с этой частной собственностью? Говорят, что иностранцы, когда в 90-е годы приезжали в Россию, они просто с ума сходили, потому что там собственность на землю, она вся распределена еще там 3 века назад. И когда в России там продавали землю, они же, власти, собственно, и делали это для того, чтобы эту землю получить, хапнуть за копейки. Я просто напомню, в 90-х годах, в конце 90-х, можно было в Москве, в Подмосковье купить гектар земли, там, по-моему, что-то за 10 долларов или за 50 гектаров. То есть это там 25 лет назад. Это совершенно сводило с ума просто этих западников, потому что это немыслимые богатства, которые не распределены. И вот эти законы о частной собственности на землю, они принимались властью, чтобы ее получить. И мы сейчас видим то у одного, то у другого. Один взял там несколько гектар земли под усадьбу какой-нибудь, ну, вориш там, второй там 1000 гектар взял еще для чего-то, третий там вообще 20 тысяч леса взял, где он кабанов там выращивает. Конечно, это превращение власти в собственность, то есть конвертация, это вот те самые негативные явления, которых надо было избежать. То есть, по крайней мере, надо было изначально выработать принципы этого нового строя, чтобы понять, нужно это или не нужно делать. Мы не знаем, к чему в конце концов придет народ. Может быть, народ на референдуме скажет, да, мы за частную собственность. Хорошо, как вы скажете, так и будет. Это и есть принцип народной власти. Но здравый смысл подсказывает, и вы это подтверждаете, что так не должно быть все-таки. Должны быть какие-то, значит, более жесткие вещи. Я тоже противник частной собственности на земле. Мы когда про образ будущего говорим, я представляю город, город. Сейчас выйдешь на нашу улицу, например, красивую. Москва сейчас красивая, да? Как, можно критиковать сколько угодно, но она стала намного, ну, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, Москва, конечно, очень хорошо выглядит. Какие-то города, как образ, да, не настолько хороши, да? А какие-то деревни совсем не хороши, а какие-то СНТ совсем ужасные, да? Узкая улица и сплошные заборы. Вот в образе будущего заборы должны быть 2-метровые и, значит, непроницаемые, да? Либо в образе будущего все, как вы это видите, либо в образе будущего все, так сказать, ну, я не знаю, там, колышками оградили свою территорию, но она, тем не менее, свободна. Вот как в деревне, помните, да, как в деревне было? Штакетник какой-то. Да. Ну, сложно сказать, это вопрос, скорее, может быть, такой, ну, как сказать, игровой, да. Образ будущего не оперирует высотой заборов. Это слишком мелкий вопрос. Образ, как бы, это такой. Картинка, почему? Ну, мы там я согласен, что образ будущего может детализирован быть до каких-то мелочей, но дело в том, что образ будущего — это все-таки некая цель в виде образов, с которой должны согласиться большинство людей, чтобы ее реализовывать. Поэтому чем больше детализация в образах будущего, там, с заборами и так далее, вот человек согласен с вами по основным пунктам, а в бас ему забор. Он говорит, ой, не согласен, все, не надо мне этот образ будущего. Поэтому детализация в образе будущего, как правило, таких вещей отсутствует. Потому что образ будущего – это то, к чему люди должны прийти, в согласии быть. Как там будет дальше? Ну, это будет решаться там, это действительно небольшой вопрос. Это может быть на какой-то территории так, на какой-то так. Я вообще считаю, что будут заборы и 5-метровые, а где-то не будет заборов. Это вопрос такой практической такой жизни, как бы. Регламентного подхода. Ну как, да. Это очень важно. Вот представляете, маленький ребенок растет, малыш. Вы сейчас, да, имеете в виду домохозяйство там какое-то, да? Да, да. Ну, но это как решит хозяин? 5-летний, 3-летний ребенок. Вот он вышел на улицу и видит одни заборы. Опасность, тревога, некуда спрятаться в этой длиннющей улице. Понимаете? На Востоке, кстати говоря, так раньше строили. Вот если вы сейчас там, ну, в Узбекистан, да, куда-нибудь приехать, то даже города, да, это длинные-длинные заборы, и там где-то за ними дома. Вот у нас сейчас, опять же, наши деревни, ну, условно говоря, превратились в это же самое. А там некуда деться. И соответственно, ребенок впитывает не «широка страна моя родная». Не это все мне принадлежит. У него не будет такого ощущения, что легкости, соседства, радости от того, что вот оно, все на виду, все, так сказать, доступно. Понимаете? А у нас забор Васи, забор Пети, забор Коли. И туда нельзя зайти, туда не постучишь. Ну, понимаете, какое восприятие? А это часть образа будущего. Ну, это соответствует развитию общества. И опять же, тоже степени угрозы безопасности, вы же сами это сказали. А скажем, в Средней Азии это соответствует еще их
религиозным убеждениям, потому что ислам это имеет регламентацию, это достаточно религия такая со многими ограничениями. Ведь именно в исламе там есть разделение на женскую, мужскую половину. Это религия с очень многими ограничениями, поэтому забор для них просто необходим, допустим, они говорят. Это все обусловлено культурными традициями, ситуацией в обществе, там, уровнем безопасности сложившимся, это многими вещами, конечно. Но это уже практически, как это будет реализовано, потому что в образе будущем, мне кажется, невозможно сказать, какие будут заборы, просто невозможно. Они будут, это такие вещи, которые сложатся само, как бы в процессе, когда будет строиться общество, там больше делать забор, меньше. Иначе получается, что это тоже такое, директива такая. Один гражданин поставит штакетник, другой вообще не поставит никакого забора, третий поставит там, трехметровый забор. Можем мы его ограничить? Нет, это зависит от уровня развития общества, от культурных каких-то традиций, вот от этого всего. То есть невозможно сказать, будут они или не будут. Я предполагаю, что в силу сохранения многообразия мира все равно будут заборы, причем от самых высоких до самых маленьких. Ну это, да, это скорее такое шуточное предположение. Такое. Как еще? А что вы можете сказать на тему шестого технологического уклада? Вот сейчас общество разделилось, кто за развитие технологий, кто против, кто боится. Вот лично мое мнение, чем ниже духовно-нравственное развитие человека, тем опаснее ему в руках держать какие-то безумные технологии. Это как ребенок с гранатой, грубо говоря, который бежит и не знает, что с ней делать, что она взорвется у него в руках. Вот как вы относитесь к этому искусственному интеллекту, к этому безумному развитию технологий, а нравственность у нас ниже плинтуса? Ну, если коротко, я с вами соглашусь. Действительно, любое новшество, любое изобретение, оно может быть использовано, как любая вещь, оно может использовано быть и во благо, и во вред. Водой можно напоить, в воде можно утопить, огнем можно согреть, в огне можно сжечь. То же самое с любым там, серьезным изобретением. Да? Они могут оказывать огромное влияние на человека. Компьютерные технологии, искусственный интеллект. Используемые для развития человека – это благо. Используемые для контроля с последующим угнетением – это зло. И тоже много таких утопических, утопий таких даже экранизировано, что это приносит большие страдания людям, вот это вот новые технологии. В чьих руках? Здесь я совершенно согласен. Духовно-нравственное состояние тех, кто обладает этими технологиями, кто ими управляет, это краеугольный камень развития вообще всего общества. Любая вещь, любое изобретение может быть использовано как во благо, так и во вред. Но это именно о том и говорит вот эта теория социогуманизма, что во власти, а власть должна принадлежать народу, а не каким-то абстрактным лицам, непонятно как попавшим. И главное, у них должна быть развита вот эта составляющая, духовно-нравственная. То есть именно об этом и речь. Здесь я с вами полностью согласен. Самая главная основа любого общества. Ну вот мы немножко говорили об этом, что почему религии так важны были, и почему их там сознательно, на мой взгляд, убивали, и социализм, когда вот революция совершилась, закрывали и, значит, и храмы, и преследовали священнослужителей. Да и на Западе, собственно, тоже мы видим, что творится там в Европе. Сейчас они превращают храмы там и всякие, значит, и в бары, и в рестораны, и в какие-то бильярдные, в общем, и складные, все что угодно. Дело в том, что существует материальный мир и существует тонкий мир или духовный мир. Да? И если мы знаем, какие законы действуют в материальном мире, мы изучаем физику, и там все есть, теории там всякие, значит, и три закона Ньютона, и тела притягиваются, одно падает на другое, скольжение, трение, значит, вся эта физика, все это разработано в основном. То в духовном мире тоже существуют законы, но они невидимы, их нельзя пощупать. И ценность религии в том, что приходит кто-то, кого объявляют пророком или святым, или Богом, полубогом. Вот Христа объявили, значит, ну даже по катехизису православному Христос Богом не является. Он Бога-человек, сын Бога. Приходит человек или сын Бога и говорит: ребята, есть духовный мир, там другие законы есть, вы их не видите, но они действуют. Какие? Не укради, там, значит, не пожелай там, ближнему там, зла, уважай отца и мать. Там. То есть в такой форме вот таких высказываний, либо притч, которые в какой-то религии, в каждой религии существуют, человеку дается знание об этом, ну, об этом тонком духовном мире.
И попытка строить социализм и капитализм, они вообще не учитывают этот мир. Они говорят, есть материальная сторона дела. Там, значит, отношения производственные между, значит, работником и хозяином, они определяют развитие общества. Да нет, мы говорим, подождите, а как же вот эта сторона тонкая? Мы ничего не знаем, религии мы отмели, все. То есть это объединение, конечно, мира, да, и в этом смысле мы говорим, нет, давайте все это вернем на место. Духовно-нравственная составляющая – это непременный атрибут власти, в первую очередь. Если это будет в наличии, то все будет хорошо. Любой образ будущего нормально можно реализовать, все можно сделать. Ну и в этом смысле, да, и то же самое касается там укладов 6-й, 7-й будет, 125-й, неважно, в чьих руках. Если люди духовно-нравственные, то все будет хорошо, все будет в порядке. Но этот фактор не учитывается, как я уже сказал, ни в выборах, нигде. Чистая математика, манипуляция, пропаганда, значит, пропихивание каких-то людей, которые превращают власть, конвертируют власть в деньги. Вот нынешняя политическая система. Вот хорошо, а вот еще такой момент. Вот, допустим, пришли к власти, сформировали духовно-нравственные законы. Их нельзя сформировать, они да, есть. Да, они уже есть, но, в общем, им надо следовать. Действия. Вот, пустили их в действие, у нас стоит цель, мы идем к этой цели, но всегда будут моменты дезертирства у некоторых групп. Вот существует ли некий механизм по достижению цели, чтобы не уклониться от цели, а вот идти, вот, соблюдаем законы, развиваем экономику, даем образование, чтобы не свернуть опять налево или куда-то направо и не попасть в лес. Если вы имеете в виду для общества в целом? Да, для общества в целом, механизма контроля. Вот, мы же об этом говорили, что если реализовать реальный механизм народовластия с его вот этими атрибутами, что ты должен знать характеристиками человека, когда выбираешь, прозрачные решения, все мы знаем, что он делает, и возможность его смены, то это саморегулируемая получается система. Конечно, это несколько сложнее там, в управлении. Наверное. Социогуманизм вообще сложнее в управлении. Больше факторов, и вам нужно постоянно добиваться гармонии. И понятно, что то, что сбиваться будет общество, это 100%. Потому что мы же реалисты, мы живем все-таки в реальном мире, и поэтому есть модель, а есть реальная жизнь. Обязательно будут сбиваться, даже если мы хотим, не хотим это. Но здесь важно, существуют ли механизмы, здесь вы совершенно правы, саморегулирование. То есть они возвращают состояние равновесия или там гармонии, или нет. Вот в нынешней современной России таких механизмов нет. И поэтому страна идет абсолютно очевидно. Она идет к развалу, она идет, деградирует и идет к разрушению. Это абсолютно очевидно. Вопрос времени. Там, когда говорят, ну ладно, 10 лет еще пройдет, или там год, или 50. Только в этом вопрос. То есть таких механизмов нет. Вот. Но если они есть, то все будет хорошо, можно реализовать любые там эти образы и программы. Я думаю, что если Россия собирается в мире иметь какую-то главенствующую позицию или одну из важных, то, наверное, она должна сама приглядывать за своим институтом нравственности. Вот я так считаю. Потому что сейчас это отдано на, так сказать, не нам. Да, можно я добавлю? Ну, конечно. Да. Вы знаете, вот мне кажется, как я долгое время в Европе прожила, и видела, как вот разлагался католицизм, разлагается, да, началось разложение с момента продажи индульгенций. Mm-hmm. Вот по сути, православие сейчас приходит к тому же. То есть они все продаются за деньги. И, вероятно, нам просто самим людям, пока мы к нравственности не придем и не возьмем как за базу, и ничего подобного. До тех пор, пока они будут ее продавать, люди будут покупать. Слушай, ну здесь логично что рассмотреть, что есть выбранный, допустим, президент, не обсуждаем правильно, это хорошо, есть некий лидер нации, да, который от лица прихожан, от политики, встречаясь с патриархом, должен сказать, а ты что молчишь-то? Что, депутаты все правильно делают? Или в мире все правильно? Тебя все устраивает? Ну, да, я об этом же. Но если прихожане от политики президенту не задают этот вопрос, то президент, соответственно, позволяет себе гладить по головке того, кто его окормляет. Хотя, то, как я вижу, как взаимоотношения патриарха и президента, они даже не общаются. Они чрезвычайно редко общаются. Чрезвычайно. Ну, им не о чем поговорить. Но президент не заинтересован создавать конфликт в обществе. Это же... Я сейчас не про то, как есть, да, скорее про то, что есть сейчас, это точно нас не устраивает. А про то, как было и как должно быть. Так это и есть высокодуховное общество. Если высокодуховное общество, эти приговорящие, которые вы задаете вопрос, их не будет в этом высоком. С чего это их не будет, если это законодательно не будет утверждено? Да, потому
потому что уровень сознания человека... И вы думаете, вот сейчас мы придем к власти, и через 5 лет уровень сознания человека поменяется? Да нет, это надо выстраивать все. Нет. Ну, смотрите, за 5 лет мы уже меняем. Позволяются внести новую повестку дня. На сегодняшний день существуют запреты на внесение повестки дня. Какое количество людей хотели баллотироваться или выдвигаться? У них могут быть предложения, еще что-то. Но когда это на корню зарубаются, кем? Властью. Ну, властью. Вот просто теперь. Не устраивается модель, да? Не попадает в существующую. Если выстраивается модель, где все цветы расцветают, каждый имеет право озвучить, конечно, то тогда и обсуждение есть. И все будут голосовать ногами именно вот то, что просто и говорится. Это... И, вероятно, должность патриарха должна быть выборная народом. Я про это и говорю. Вот. Да, я про это вот и говорю. А если она выборная народом, тогда он зависит от... Тогда церковь не отделена от государства. Ну, сама фраза, понимаете, да? Ну, а как может быть избираться патриарх народом, если народ там, ну, не знает, допустим, даже там, истории церковной и не понимает? Если мы говорим, что приписывают, скажем, русские 80%, что они православные, в основном есть большая доля атеистов, все-таки Советский Союз воспитал. Но вот те вот там считанные проценты, 2-3%, которые ходят, они еще что-то знают. А как остальные-то будут выбирать? А мне кажется, просто по делам. Ну, по делам-то, да, по делам, вы знаете, их это любого может так избирать. Но если люди не совсем интересуются, скажем, церковными вопросами, им предлагают выбрать именно руководителя института. То есть церкви, не в вере он выбирает кого-то, а именно в церкви. А он, допустим, и не интересуется церковью, и не ходит туда. Кого он может выбрать? Это аналог той же демократии. То есть выбирают кого-то, кого знают только по статьям в газетах и по СМИ. Выбирать как раз даже те, кто его знает. Пускай они... В своем институте этом, они сами решают, у них там процедура прописана, как избирать. Правильно ли я понимаю, что тенденция тогда, ну, да, в голове у нас, да, вот этого образа будущего, она к тому ведет как раз к атеизму. То есть, раз у нас всего 2% в церковь ходят, то через 5 лет будет 1, через 10 будет еще меньше. А что мы с этим зданием будем делать? Это у меня вопрос. Ну, понимаете? Ну, наверное, да, тенденция такая есть, действительно, к атеизму. Ну, я бы не стал так все-таки утверждать. Дело в том, что мир все равно познается разными способами. Есть научные факты, скажем, это наука представляет. А значительная часть мира, причем гораздо больше, на мой взгляд, она познается именно верой. Вот вы не были в Австралии, но знаете, что она есть, Австралия. Почему? Потому что вам в газете написали, что Австралия есть, и вы газете поверили. Приезжает ваш знакомый откуда-то там из какой-то страны и говорит, знаешь, там вот растут пальмы. Вы их не видели, но вот у меня, значит, сосед приезжал, соседка, она сказала, что есть. То есть в мире очень много принимается на веру. И здесь вопрос о познаваемости мира. Если мир настолько многообразен, то никогда он не может быть постигнут. И всегда будет что-то тайное, что-то, где вы можете только либо верить, вы не можете проверить. И религия, она... во многом оперируют вот этими как бы областями сознания человека, да? То есть вы не можете доказать, что есть кто-то там, какой-то там духовный мир, там кто-то, значит, так, какие-то законы действуют. Вы должны действовать только, вы можете только верить. Таким образом возникает религия. Она разного, исторически, культурно складывается. Сначала верили, там много богов было. Кто-то пошел, значит, у него там православие, кто-то там, значит, у каких-нибудь индейцев, у них там свои какие-то боги, там, да, ислам свое там. Ну, сложно мне, конечно, объяснить. Наверное, я не смогу так толком, да? Вот все-таки это та область, где вера – это та область, где человек не может что-то перепроверить и должен верить. И в этом смысле прийти к отрицанию существования вот этой области непознаваемого вот нельзя. То есть нельзя стать атеистом, потому что атеист… Хотя атеист, с другой стороны, тоже религия. Просто мы то есть не вера ни во что, не вера в Бога, не вера в высшее существо, там есть же научный атеизм. Это тоже религия тогда уже. То есть конечно. Кто-то верит, а атеизм не верит. Ну, если в этом смысле, то, ну, не знаю, может быть, наверное, наука сделает эту часть общества достаточно многочисленной, что людям будет верить высший разум, а не
архаичных богов каких-то, ну, может быть. Но это все равно вера, это все равно религия. Понимаете, я вернусь к православию любимому. Значит, все мы рабы Божьи. Не все. Или боги. Да. Не, минуточку. Все, кто или пришли боги. В церковь и согласились с этим, они... Это тонкие и сложные вопросы. Да. Я могу сказать, что мне сложно их обсуждать, так. Потому что, да, очень сложно. Дело в том, что вы сказали рабы, кто-то скажет сыны Божьи. Что значит, там... я сказала, это церковь да, сказала. Нет, я понимаю. Нет, но там говорят и по-другому. Там сын Божий тоже есть. Да. Кроме раба Божия, есть и сын Божий. Поэтому сын от многих... Божий один, а рабы остальные. Трактовок. Это очень такая скользкая тема и серьезная. Я бы не стал... вдаваться здесь в какую-то глубину, потому что не считаю себя там каким-то специалистом. Я там православный человек, не настолько воцерковленный, не воцерковленный, чтобы рассуждать о таких вещах там сознанием дела. Я на уровне мещанина рассуждаю, как бы, да. Вот. А на вопрос, считает ли социогуманизм, должны ли быть отделены религии от государства, мы считаем, да, должны. 15 часов, в принципе, мы рассчитывали интервью до 15. Вопрос. Завершение. Вы поддерживаете российского ученого Квантова. Забыл. Леонов. Владимир Семенович Леонов, да. Да. Эта технология может преобразить облик цивилизации? Вот почему вы поддерживаете? Раз. И второе. Вы, являясь авторитетным человеком в мире бизнеса, общаетесь с большим количеством людей. Почему самостоятельно не удается вывести эту технологию на просторы? Ведь это и новая энергетика, и новое средство перемещения в пространстве. Совершенно иначе может выстроена быть инфраструктура каждого жителя Земли. Вы говорите, власть не позволяет или не созрели технология. Вот интересно ваш комментарий услышать, поскольку вы поддерживаете этого человека. Ну, я знаком с Владимиром Семеновичем достаточно давно. Много с ним общался. Это очень талантливый человек, и может где-то даже гениальный. Он действительно совершил какие-то прорывы в области физики. Издана его книга «Теория суперобъединения» на английском языке. Она издана в Кембридже и распространяется по всему миру уже много лет. В каком-то смысле он произвел революцию. Но на базе этих знаний он пытается сделать практические технические устройства и добился определенных успехов, но все-таки в таких прорывных вещах нужно финансирование. Его, к сожалению, он не нашел, насколько мне известно. Его попытки предложить эти решения как прорывные власти, а они, в общем-то, находятся в стадии неокра, научно-исследовательских, конструкторских работ, они не нашли понимания власти просто в силу природы нынешней власти, как я полагаю. Почему? Потому что нынешняя власть, она мыслит короткими периодами, потому что она сама по себе не настолько развита нравственно, чтобы рассчитывать на какие-то долгосрочные проекты. Ну, просто много людей, которые хотят урвать и, в общем, отойти в сторону, урвать там денег, каких-то плюшек, богатств и уйти в сторону. А такие вот исследователи, как Леонов, он не единственный, их таких много. Их все-таки работы, они предполагают, что есть достаточно много лет, пока вот не будет эффект какой-то. Ну, просто он не смог достучаться, не те люди у власти, которые могли бы это оценить и мыслить категориями там, десятилетий. Для... В парстроительство имеет ли смысл включать эти работы в парстроительство и предлагать гражданам как магистральный вектор развития страны и цивилизации? Нет, в партстроительство включать, конечно, этого не надо. Партстроительство – это определенный вид деятельности. Создание... Партстроительство – это создание оргструктур, разработка идеологии, программы для их реализации, для прихода во власть. Из-за этих технологий не будет программы. Это проекты. Сначала идеология, потом идет образ будущего, потом идет цели, понятно, образ будущего – это и есть цель, потом идет стратегия, потом идет... После стратегии идут там задачи, после задачи идут проекты. Вот тогда мы можем говорить на этом уровне, что да, вот эта вот технология, вот этот проект мы реализуем. Но если говорить по-крупному, ну это нижние этажи. То есть включать это в верхние этажи, там какие-то разработки, там бестопливные двигатели, там квантовые двигатели, как у Леонова там, или еще что-то, просто смысла нет. Это определенный этап построения общества. То есть оно на данном этапе не влияет ни на что. Только при реализации. Реализация при нынешней власти невозможна. Поэтому сначала политические задачи решаются. Хорошо. И реализация при нынешней власти невозможна только потому, что в государстве отсутствуют модели для
идей. В государстве отсутствуют государственники. Ну, просто хорошо, государственники, да, и модели реализации этих идей. А вот если в программе партии будут указаны, что существуют модели реализации этих идей в том или ином виде. Существует ведь много разных моделей для того, чтобы эта вся ситуация заработала. Государство сейчас не пускает, не дает. И эти модели забиты маленькими кусками закона, да, что закон просто практически, фактически уже не действует. Да, то есть он действует для определенной группы людей. И если показать, что можно при помощи закона, при помощи каких-то новых введений дать возможность людям показать свои наработки, то это может быть и оказаться перспективным. Ну, мы это формулируем короче. Развитие науки и инновационных технологий, да? Это все входит туда. Образ будущего не включает, что дают эти технологии. Понимаете, в чем дело? Они дают все. Ну, ни один политик не говорит, что вы не будете платить налоги, вы не будете платить за электроэнергию, потому что новый уровень научно-технического прогресса позволяет создать изобилие всего. Это нигде не озвучено. Но все борются за власть и удивляются, а почему же электорат-то голосует ногами, не поддерживает и не хочет там, а ему никто и не рассказал, и не нарисовал. Просто говорит, что тонны нефти имеют стоимость. Все это понятно. А есть интеллектуальная собственность, да, то интеллектуальный патент, да, то есть то, что он придумал, оно может намного превышать эту тоже нефть. Конечно. Может быть дороже намного и выгоднее для страны, чем просто тупое потребление ресурсов. С этим уже никто не спорит сейчас, я согласен. Но просто уже есть государство, там, где человеческий капитал занимает там, 60-70% национального богатства. Все понимают, что человеческий капитал – это очень круто, это действительно важно. Но это последние десятилетия только, наверное, стало особенно очевидно. До этого это было не совсем как бы, очевидно. Вот. Поэтому все изобретения, развитие науки, они, конечно, должны перестроить и мир, и прочее. Но если сейчас мы говорим, что давайте мы упор сделаем в программе на там, какие-то конкретные проекты даже или технологии, то это звучит примерно как вот в фильме, помните «Собачье сердце», когда во дворе дома Преображенского один там такой молодой революционер, размахивая шапкой, говорит, мы полетим на Марс, мы, там все в разрухе, мы полетим на Марс. Но это будет звучать как фантазия сейчас. То есть, да, все это нужно делать, но сейчас это не первый план. И поэтому, когда вы в образе будущего скажете... За электроэнергию платит каждый. Нет, подождите, но эти технологии, они даже если разработаны, о них мало кто знает, а скорее всего не знает никто, кроме... Задача партии популяризировать, и мы готовы этим заняться, и потому что завершая сюжет с этим, давай наше предложение. Ну да. Вячеслав Алексеевич, спасибо огромное за то, что поделились с нами информацией, за беседу, за прекрасную идею, за вообще социогуманизм. Я уже в него влюбилась заранее. Ну здорово. Да, будем его продвигать и развивать. Это реально прям соединение и человеческих, и душевных качеств, чего в нашем сейчас мире практически нет. И хочу отдельно добавить, мне нравится фраза Герберта Уэллса. Ум, знание и сила воли делают нас свободными. На самом деле, свободными мы можем стать только внутри. И к этой фразе я еще хочу добавить слово «любовь». Вот в сочетании эти четыре компонента делают нас свободными. Да, это очень оптимистично и правильно. Согласен. Все. Спасибо большое. Да, завершаем. Большое спасибо, стоп, снято.